Сегодня у нас необычный матч, а поединок казуемо. Клубный футбол – это одно, сборная – это совершенно другое. Я лично всегда с большим нетерпением жду подобных матчей. Надеюсь, ожидания наши оправдаются. На экране состав команды «Хозяин». Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Момент для удара. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Федерико Фаси. Эвер Банега. Не прошла эта передача мяч у соперника. Это может быть опасная атака. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Выручил он свою команду. Месси тащит мяч вперед. Сбрасывает мяч. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Здорово сохранил игрок концентрацию и очень спокойно сделал из вратаря дурачка. Ну так уж, дурачка. Действительно, для вратаря момент неприятный, но не до такой же степени. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ди Мария перехватывает мяч. Тут может что-то получиться. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно. Пилья. Пауло Дибала. Блестящий счет сыграл. Теперь надо гра. Впереди есть адресат. Здорово его заметил Игуаин. Месси! Судья показывает, что будет угловой. Федерико Фасио. Ну и вносить мяч надо. Вот это удар. Не самый удачный удар. Вратарь на месте. Отлично сыграно. Надо решать. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Он бьет. Нет, такими ударами его не пробить. Месси. Месси! Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Здесь он попадает под прессинг. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Гонсало Игуаин. Пилья. Не торопятся они выходить на мяч. Очень плотная линия обороны получилась сейчас. И Месси! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Выбит мяч из штрафной.
Можно провести контратаку. Посмотрим за этой атакой. Борьба за мяч. Паулу Дибала. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Пас голкиперу. Тянут они время. Спасает он свою команду. Паулу Дибала. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Панега. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасно. Лионель Месси. Защитник подальше, от ворот выносит. Гильфи Сигурдсон. Федерико Фасио. Билья. Месси. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Гильфи Сигурдсон. И вперед он идет. И пробил. Неплохой удар. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Лукас Билья. Пока неплохо. Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. Неплохой был пас, но соперник вот хороший пас на ход. Отлично сравнивать нужно! Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Мяч летит в центр штрафной. Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Подает Сигурд. Арбитр назначает штрафной. Панега. Игуаин. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Защита первая на мяче. Вынос. Паулу Дибала. Анхель Ди Мария. Ну, тут должен играть вратарь. Немного нерасчетливо получилось. Это передача. Гонсало Игуаин. Это может быть опасная атака. Навешивать пора. Лионель Месси. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочет. Три минуты добавлено к основному времени. Вот это да! Отлично сыграно! Здорово играет. Очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Можно довешивать! Штрафной ставит судья.
Маскеран. Анхель Ди Мари. Минимальное количество голов. Команда готова. Тренерские установки получены. Можно начинать. Лионель Месси ведет своих партнеров в атаку. Рагнар Сигурдсон. Без всяких усилий переход. Удар Месси. Мяч уходит на угловой. И прямо в центр штраф. Отаменди. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Без единого шанса для вратаря, великолепный удар головой. Очень здорово исполнил, прицельно, мощно, результативно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нет, не дошел этот пас до адреса. Гильфи Сигурдсон. Потеря. Гонсало Игуаин. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тут силовая борьба. Посмотрим за этой атакой. Мяч отобран чисто. Ну-ка. И пробил. Прекрасный гол. Можно было хвалить вратаря. Да и назвать этот гол случайностью можно. Он здорово играл. Однако в футболе и одного мяча достаточно для победы. Не ожидали мы, честно говоря, такого поворота. Но это, дорогие друзья, футбол. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Месси тащит мяч вперед. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Ударище! Пока неплохо. Впереди есть адресат. Здорово его заметил Игуаин. Потащил один удар, но может быть и второй. Защитник выносит мяч. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Сигурдсон. На пару решили разыграть эту комбинацию. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Гонсало Игуаин. Странный пас получился за боковую. И пас обратно. Скучновато. Гильфи Сигурдсон. Это может быть опасная атака. Мяч потерян. Отличный перехват. И есть поддержка. Решил пробить. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Атака остановлена, но кто получит мяч?
Ну что это за игра защитника, а? Ну и выносить мяч надо. Удар. Не прошел удар. Защита на месте. Пауло Дибала. Это может быть опасно. Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Гильфи Сигурдсон. Сигурдсон! Ничья! Забили все-таки! Да, и вот оно очередное доказательство того, что фавориты не всегда выигрывают. Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Может получиться интересная атака. Ди Мари. Гонсало Игуаин. Гильфи Сигурдсон. Такие передачи придают атакам остроты. И подача туда, в сторону ворот. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Четверть часа еще играть команда. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хороший пас во фланг. Мяч летит в сторону ворот. Мимо. Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Смещается в центральную зону. Нет, не дошел этот пас до адреса. И выносится мяч из штрафной. Наверное, если гол и будет забит, то только один. Времени осталось совсем мало, да и моменты не возникают каждую минуту. Итак, у нас аут. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. 8 минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Атака остановлена, но кто получит мяч? Гильфи Сигурдсон. Лионель Месси. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Ди Мария. Если дать этому парню разгон, то уже не остановишь. Анхель Ди Мария, немногочисленные свои недостатки. Можно бить и выиграть матч. Перекладина, но мяч в игре. Ди Мария. Судьба матча. Серхио Агуэро. Многие важные мячи забиваются со стандарта. Посмотрим, что получится сейчас. Мяч летит в центр штрафной. Хавьер Маскерано. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Три минуты добавлено к основному времени.
Ди Мария. И это должен быть гол! Вот это концовка. Они все-таки забивают на последних минутах игры. И, скорее всего, это означает, что сенсации сегодня не будет. Фаворит берет свое. Ну что, похоже, в этой игре все-таки будет победитель. На то, чтобы отыграться, у команды просто не остается времени. Пусть и банально, но везет тому, кто везет. Никто не хотел проигрывать, но желание выиграть все-таки у одной команды оказалось сильнее. И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да, явно спешат они с розыгрышем. Ну, хотя бы одну атаку-то успеть провести. Атака очень перспективная. Ну же, последний шаг. И матч завершен. Ну вот настоящий кубковый поединок, настоящий с сюрпризами. Если бы это был матч в рамках регулярного чемпионата, возможно, счет был бы и крупным. Но это кубок, и здесь ничего нельзя спрогнозировать. Выиграли фавориты, да, но как же им попотеть-то пришлось? Да, самой малости не хватило сегодня аутсайдеру. Бились, старались, но на большее не хватило ни времени, ни сил.